воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! С праздником, дорогие отцы, братья и сестры! С праздником Светлого Христова Воскресения! Христос воскресе! Воистину воскресе! Мы сегодня находимся на кладбище. Кладбище — это нечистое место. Покойников не положено носить храм, лишь притвор. И когда мы приходим на храм, мы, конечно, освещаем здесь вот полянку, но мы знаем, что люди, души людей праведных идут в рай, а грешников идут в ад, а тела воскреснут. Мы сегодня в эти дни празднуем праздник Светлого Христова Воскресения. И мы знаем, что мы тоже воскреснем. Кто для праведной жизни, радостной жизни в раю, а кто для мучений в аду. Поэтому мы молимся и о себе самих все время. Вот особые дни поминальные, мы молимся сугубо о почивших наших сродников, которые здесь лежат, не только здесь, по всему миру, по нашей всей стране. И мы молим, чтобы Господь их души воскресил, конечно, Он и так воскресит. А вот чтобы тела, а вот души надо воскресать при жизни. Поэтому молимся мы о спасении наших сродников, потому что кто не попал в рай, души тех людей, наших почивших сродников, те требуют молитвы о них, и мы молимся. Но те, кто не веровал в Бога, или скверно жил, или веровал неправильно, те, конечно, о них молись, не молись. Поэтому молимся лишь о верующих в Бога, верующих в надежду и воскресение. Поэтому те, кто веровал, кто надеялся на Бога, кто старался жить по заповедям Божьим, несмотря на коммунистические, безбожные, сатанинские гонения, а все-таки пусть тайне, а лучше, конечно, когда явно исповедовал свою веру, те люди, конечно же, или спаслись, или имеют надежду на спасение. Мы о них молимся. Конечно, молимся и о маловерующих, даже о почти неверующих, но чтобы Господь хотя бы ослабил их участь. Сегодня мы празднуем День Пасхи. Мы знаем, что в дни Пасхи, в эти 7 дней, особое воскресенье, все исполнилось света, и небо, и земля, и преисподняя. Поэтому даже грешникам в аду было облегчение. В понедельник мы немножко отдохнули, а вот сегодня поминальная вторник, радоница, радоница — слово радость, потому что для почивших родственников наших, которые находятся сейчас в аду, для них облегчение, для некоторых даже радость, потому что за молитвы церкви их души избавляются от мучений. Поэтому поздравляю вас всех с праздником Пасхи. Христос воскресе! Воистину воскресе! Дай Бог, чтобы и все мы воскресли со Христом, наши почившие сродники радовались в раю и веселились. Храни вас Господь, Матерь Божия и все святые. Спасибо, Господи. Помощь о нашим почившим сродникам. Можете к кресту подойти?